Тоже поле, хорошо. Копали еще до этого, наверное, недели за три. Они раскопали, гнилая труба, я подходил, спрашивала. Говорю, почему у нас вот так вот все здесь организовано? Ну, вы сами знаете, это на это не влияет, многотонные контейнеры, эко-сервис ездят. Естественно, там 20-30 тонн эта машина, она бухает. Просто полутораметровые выкатали всю уже землю, сами видите, с асфальта. Бордюр ломается, для чего средства тратят, ну, вообще непонятно. А вот раскопаны? Вот эти вывоз контейнеров, это связано с тем, что... Естественно, это понятно, даже ну, невооруженным глазом все видно. И мы просим эту контейнерную площадку вывести за нейтральную полосу от двора, потому что у нас весь мусор, когда ветер, все это во дворе находится. Поэтому средства тратятся колоссальные, просто все взрывается в землю. Но сейчас у вас нет ни горячей воды, ни тепла, да? Естественно. Естественно, и мы страдаем в течение года уже по несколько раз. Потому что я говорю, что неоднократно звонила, я старшая дома этого, и неоднократно звонила, все бесполезно. Резван! Ну, 15. Я не знаю, тут вообще полно было машин. Вот так все это заставлено было, блин. Копались, рылись. Потом пожар начался. Ну, а вот сегодня с утра опять там, наверху. Горячую сейчас включили. Вот, вода, воды нет, да, отопление? Горячей нет. Отопление? Отопление все работает. Все. Когда отключили горячую воду? Ну, сегодня, наверное, может, часа два, наверное, назад, три вот так вот.